масленицы лицеисты каждый год готовятся заранее. Стенгазеты, праздничные номера, частушки и, самое главное, изготовление чучела. Все это неотъемлемая часть торжества. Начался праздник с конкурса, определившего класс, который сделал самое красивое чучело масленицы. Бровки черные, подведенные, коса длинная, трехоршинная. Такие торжества, уверяют педагоги лицея, помогают детям ближе познакомиться с традициями, историей и обычаями этого русского праздника. Помимо самой масленицы, самого действия, когда сжигается кукла масленицы, да, обязательно организуются классные часы, чтобы детям рассказать о том, что такое масленица, вообще, что такое обрядовая сторона того или иного мероприятия. Соответственно, на эти классные часы приглашаются родители. Кроме песен и танцев, ансамбль «Красная горка» исполнит частушки. Присоединиться к ним мог любой из учеников лицея. Лучшие исполнители получили памятные сувениры. После игр, песен и пляса гуляния продолжились на улице. Вместе с учителями и коллективом «Красная горка» дети вышли во двор лицея, чтобы завершить праздник традиционным сжиганием чучела масленицы, что символизирует прощание зимой и встречу весны. Екатерина Зодина, Аристарх Никитин, «События Брянск».